Как мы разведку отсюда делаем? Съемка пошла. А ты на камень, то, что носом. На камень. Сейчас выйдешь из него. Съемка-то пошла. Лодка. Лодка сейчас пойдет. Приставай к старому причалу потом. Давай, я тебя снимаю, пока и в тумане не исчезнешь в тумане. Не, на моторе. Так растворишься, прямо в тумане растворишься. Давай. Да нет, это на мотор, ставь мотор. Плыви на моторе, что ты.
Я работаю. Я работаю. Ну что, нашли в тумане-то ничего? Мы вас категорически приветствуем, как говорит. Ну да, сейчас я снимаю просто. Все. Сейчас вылезите тогда, когда вылезете, уже остановлю тогда. Вылезайте. Вылезайте. О. Я снимаю, да. Ну ладно, все, стоп тогда, все, стоп. Все. Да кто-то там на носу сидит и все, никого нет там. Нет, это они. Они. Как будто ничего не изменилось, да? Как будто и не уезжали, да. Так. Так, привет. Маш, привет, приветик, приветик, приветик. Hello, как доехали, ничего? Ну, как-то выплыли внезапно они. Внезапно выехали. Привет! Доброе утро! Доброе утро! Аплодисменты! Пока, пока! Главный толкач. Толкач, да. Толкатель. И помашешь нам ручкой. Это профессия такая, толкатель. Толечка, спасибо за твои прекрасные песни. Спасибо. Лика тоже за замечательную акварель фломастерную. За эти картины. Юлечка, Маша, до свидания. До свидания, Юля, Маша. Сашуля, увидимся. Давайте, давайте, ребятки, давайте. Давайте. Давайте, давайте. Goodbye. Goodbye. Пока, пока.
созвонимся. Ехать очень, надо загадать. Они могут очень долго ехать. Это сейчас при таком ветре ой-ой-ой. Это, они могут час ехать туда и еще обратно. Я же просто не знаю. Я же тебе говорю, полтора часа.